черту на куличке, в мир древних славян и в край ста ключей предлагает отправиться туристам Русское географическое общество. Интерактивный атлас включает больше 70 маршрутов по Самарской области. Путь по еще неизведанным уголкам региона все желающие могут выстроить самостоятельно. Для каждого региона, для каждого города, для каждого села создан полноценный раздел, где мы будем видеть не только все достопримечательности этой территории, но самое главное – все маршруты, которые можно комбинировать. Интерактивный атлас туристических маршрутов страны – это новая информационная система. В ее разработке принимали участие специалисты Самарского экономического университета. Новинку, как один из значимых проектов, презентуют в рамках недели науки. Большая дискуссионная площадка собрала исследователей из разных регионов страны, которые сотрудничают с Самарским вузом. Для нас вот это мероприятие, которое сегодня происходит, очень важно – как площадка для возможности обменяться мнениями, выработать свою методологию дальнейших действий и попытаться совместными усилиями решать те проблемы, которые сегодня стоят перед нами. Самарский экономический университет совместно с коллегами из других вузов страны в этом году займется реализацией двух крупных научных проектов. Первый касается разработки методики развития топливно-энергетического комплекса страны и региона. Второй проект международный, посвящен развитию взаимодействия вузов с бизнесом. Мы реализуем сегодня, значит, один крупный проект по развитию бизнеса с вузами Чехии и Китая. В ближайшее время будет сдана в печать соответствующая монография. Кроме этого, мы сейчас являемся участниками крупного европейского проекта по развитию научных исследований. Мы тоже выиграли конкурс Министерства образования и науки с рядом других вузов. Делиться научным опытом ученые будут до конца недели. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».